Сегодня мы с вами рассмотрим второй город Золотого треугольника Индии. Агра – одно из очень популярных туристических направлений Индии. Агра – это город, где находится белоснежная жемчужина Золотого треугольника и символ Индии – Тадж-Махал. Агра – бывшая столица империи великих моголов, которые принесли этому городу и всей стране величие и славу. Агра – город, который славится на весь мир своими ремеслами. Здесь делают ковры, ювелирные украшения, изделия из мрамора и кожи. Давайте же познакомимся с этим городом поближе. Общая информация о городе Агра, история города Агры, достопримечательности города Агры, Тадж-Махал, форт Агра, мавзолей Итмад-уд-Даулы, мечеть Джама-Масджид, могила Акбара Великого, Фатихпур-Сикри. Агра – чудо эпохи, центр торговли по суше и воде, место встреч святых, мудрецов и ученых всей Азии. Истинная путеводная звезда для художников, писателей и верующих. Так говорит о городе Агра летописец одного из могольских императоров Абдулла Азиза. И правда, в 17 веке, во время своего расцвета, Агра была больше Константинополя, а такие столицы, как Париж и Лондон, в то время просто не видны были на карте в сравнении с густонаселенным городом Агра. Это был красивейший город с шикарными дворами и ароматными садами, который расположился на обеих берегах реки Ямуна. Общая информация о городе. Город Агра находится в штате Уттар-Прадеш в северной части Индии. Агра расположена на берегу реки Ямуна. Наряду с Дели и Джайпуром город является одним из наиболее популярных и посещаемых туристических центров Индии. Население города составляет более 2 миллионов жителей, и он занимает 19-е место среди самых густонаселенных городов Индии. Хинди является самым распространенным языком в Агре. Также часть населения разговаривают на пенджаби и урду. 81% – уровень грамотности населения города. Климат в районе города Агра влажный, субтропический, с очень жаркой погодой в летний период, когда днем температура поднимается до 40-45 градусов по Цельсию. Сезон муссонов не такой сильный по сравнению с другими территориями Индии. Зимний период, то есть с ноября по февраль, это самое лучшее время для посещения города Агра. Современная Агра – это также крупный транспортный узел и промышленный центр. На территории этого города находится производство пищевой и легкой промышленности, хлопчатобумажная, кожевенно-обувная, а также заводы по металлообработке. Помимо этого, в Агре также делают ювелирные украшения, изделия из мрамора и из красного песчаника. Но туризм также составляет большую часть экономики города. С 1526 по 1658 года Агра была столицей империи великих моголов, и по сей день в Агре сохранились памятники как доказательство ее былого величия – Тадж-Махал, форт Агра и Фатихпур-Сикри. Все эти достопримечательности находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Немного из истории города Агра. Город был основан в 15 веке, но уже в 1526 году Агра была захвачена Бабуром. Во время своего правления Бабур построил несколько оборонительных сооружений в городе. Но золотое время расцвета Агры наступило во второй половине XVI века, во время правления великих моголов. Тогда Агра называлась Акбарабад
в честь ее правителя Акбара Великого. Именно во время его правления 1556 по 1605 года город Акбарабад достиг своего великого расцвета. Акбар Великий построил форт Агра на правом берегу реки Ямуна, что и превратило город в центр торговли, науки, религии и искусства. Тогда население города составляло более 500 тысяч жителей, что по тем временам было очень много. Другой правитель Шах-Джахан, который увековечил себя и город, построив непревзойденный по красоте мавзолей Тадж-Махал, перенес столицу в Шах-Джанабад, что является территорией старого Дели на настоящий момент, что, как мы видим, привело к упадку Акбарабада. Впоследствии Аурангзеб вернул столицу обратно, но это получилось сделать всего лишь на несколько лет. Акбарабаду суждено было терпеть крах вместе с упадком империи великих моголов. С наступлением 18 века правители города сменяли один другого достаточно часто. В свое время нынешняя Агра подверглась набегам и сильным разрушениям со стороны разных врагов – джатов, пуштунов, персов. Акбарабад был захвачен и опустошен маратами в 1784 году, которые и дали городу новое имя Агра. Марати были изгнаны из города англичанами, которые захватили Агру в 1803 году. Во времена Британской империи в Агре начала развиваться промышленность, и город получил статус важного торгового экономического центра. Также британцами в Агре была построена железная дорога, которая соединяла город с Калькуттой, Дели и Бенаресом. Позже проходили народные восстания с целью изгнания англичан из города, но все они были безжалостно подавлены. Достопримечательности города Агра, мавзолей Тадж-Махал. Наверное, самой главной достопримечательностью Агры является Тадж-Махал. Именно этот символ Индии привлекает неубывающий поток туристов. Каждый день тысячи людей разных национальностей и вероисповеданий приезжают в Агру и приходят в Тадж-Махал, чтобы увидеть своими глазами этот невероятный памятник вечной и огромной любви. Слова известного индийского писателя Рабиндраната Тагора очень верны в описании Тадж-Махала «Слезы на лице вечности». Итак, Тадж-Махал – это одно из семи современных чудес света. Это мавзолей, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И это самое известное и самое долговечное строение, оставшееся нам от империи великих моголов. Этот мавзолей был построен при пятом великом моголе Шахе Джахане, потомке Тамерлана. Тадж-Махал был задуман и строился в память о его жене Мумтаз-Махал. Любимая жена Мумтаз-Махал умерла при родах. Узнав эту новость, Шах-Джахан впал в горе. Вся его тоска, его страдания, его боль и его любовь он выразил посредством строительства этого непревзойденного шедевра архитектуры. Его любовь к Мумтаз описывает летописец Казвини. Близость, глубокая привязанность, внимание, которую питал его величество к Мумтаз, превышало в 1000 раз то, что он чувствовал к любой другой.
Над проектом мавзолея работало одновременно несколько архитекторов. В 1631 году началось его строительство, и завершилось оно спустя 22 года, в 1653 году. Помимо огромного количества людей, задействованных в строительстве мавзолея, также и тысячи слонов участвовали в его возведении. Они таскали на своей спине за 300 километров белейший мрамор. Материалы для строительства и украшения Тадж-Махала привозились из разных частей света, из Тибета, Персии и даже России. Тадж-Махал – это шедевр индийско-персидской архитектуры. Сам мавзолей находится в конце персидского сада. Сам сад разделен 4 водными каналами, которые тянутся по всей его длине. Эти каналы символизируют дороги в рай. Также в саду находится много фонтанов, лужаек и пешеходных тропинок. Чтобы увидеть мавзолей, необходимо пройти через главные ворота, сделанные из песчаника красного цвета. Эти ворота украшают ровно 22 белых башни. Именно столько лет, как мы уже сказали, строился этот мемориальный комплекс. Ворота расписаны выдержками из Корана на арабском языке. В конце написаны слова «Войди в мой рай». Перед зданием мавзолея расположен длинный бассейн, в котором видно отражение мавзолея. Самое симметричное здание в мире Тадж-Махал выполнил из белого мрамора и возведен на платформе из красного песчаника. 4 минарета расположены по углам платформы. Мавзолей венчает один большой и 4 малых купола. Узоры, украшающие стены Тадж-Махала, выполнены полудрагоценными камнями, такими как агат, малахит, яшма, перламутр, опал и другие, а орнаменты из черного мрамора. Внутри мавзолея расположены усыпальницы Мумтаз-Махал и Шаха-Джахана, а их могилы находятся под зданием дворца. Примечателен тот факт, что Шах-Джахан потратил почти всю казну на строительство Тадж-Махала. Империя была на грани разорения. Тадж-Махал – это воплощение истинной и вечной любви, а также это наиболее хорошо сохранившаяся гробница в мире с непревзойденной архитектурой. Форт Агра. Более древняя и представляющая не меньший интерес достопримечательность Агры, которая также входит во всемирное наследие ЮНЕСКО, это Лал-Кила или Форт Руж, или Кила-Акбери, или, как он известен во всем мире, Форт Агра. Его история, как гласит предание, началась еще в XI веке. Собственно, Кохинур, самый известный алмаз в мире, был добыт моголами именно из этого форта. Насколько нам известно, Форт Агра был построен одним из великих моголов, императором Акбаром, в 1565 году. Форт находится на противоположном берегу реки Ямуна, приблизительно в 2 километрах от Тадж-Махала. Его протяженность по периметру составляет 2,4 километра. Вся территория занимает 94 акра, а высота его стен 20 метров. Вокруг всего форта перед внешней стеной был вырыт широкий ров, который был наполнен крокодилами, примерно несколько сотен. Далее для защиты была еще одна крепостная стена, но перед ней выпускали тигров. Как и большинство сооружений того времени, Лал-Кил выполнен из красного песчаника. Изначально Красный форт возводился как оборонное сооружение, но впоследствии он стал резиденцией, где любили проводить время короли и их семьи. Поэтому там стали появляться красивейшие мечети, шикарные дворцы и разводились пышные сады. Так, во времена правления Акбара Великого форт использовался больше в военных целях,
а при Шах-Джахане он служил в качестве имперского двора. Места, которые вызывают неподдельный интерес посетителей, это жемчужная мечеть, построенная из мрамора специально для Шах-Джахана, залы для приема частных и публичных встреч, дворец Джихангира, построенный во времена правления Акбара Великого в качестве женской части форта, зеркальный дворец или Шиш-Махал, водные и виноградные сады и башня Мусаман-Бурдж. С фортом Агра связано несколько интересных фактов. Великие могольские императоры Хумаюн, Бабур, Шах-Джахан, Акбар, Джахангир, Аурангзеб правили империей и жили в этом форте. Архитектура форта Агра сочетает в себе элементы исламского и индуистского стилей. Так характерные для исламского стиля украшения, такие как узоры и надписи, заменены на изображения птиц, драконов и слонов. В этом форте находились монетный двор и государственная казна. Путешественники, послы и чиновники из разных стран, которые каждый по-своему оказал влияние на развитие индийской истории, посещали монетный двор форта. Форт Агра в 2004 году завоевал премию Ага-хана в области архитектуры. После в Индии в честь этого события выпустили почтовую марку. Одно из ожесточенных сражений времен индийского восстания 1857 года проходило в форте Агра, поражение в котором ознаменовало победу и начало правления Великой Британии и абсолютный конец правления британской Ост-Индийской компании. Также форт Агра упомянут в детективе Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе «Знак четырех». Вот как он его описывает. «Мы укрылись в старинной Агрской крепости. Не знаю, джентльмены, слыхал ли кто-нибудь из вас о ней. Это очень странное сооружение. Такого я никогда не видывал. А уж поверьте, я много странного повидал на своем веку». Шах-Джахан, по иронии судьбы, после того, как был свергнут своим сыном, провел свой остаток жизни в заключении в одном из залов Красного форта, из которого он любовался на свое творение – белоснежный Тадж-Махал. Мечеть Джама-Масджид – одна из главных достопримечательностей Агры. Это мечеть Джама-Масджид, построенная в 1648 году по приказу Шах-Джахана. Она посвящена его дочери Джаханари Бегум и является одной из самых больших по размеру мечетей Индии. Здание мечети выполнено из красного песчаника со вставками и украшениями из белого мрамора. Это фактически именной стиль императора Шах-Джахана. Вокруг мечети расположен базар, а в центре двора ее находится фонтан. Купол украшен перевернутыми лотосами, и на самой его верхушке расположены наконечники Кайлаш. Мавзолей Итмат-уд-Даулы. Эту достопримечательность Агры многие туристы обходят стороной, но не совсем заслуженно. Мавзолей Итмат-уд-Даула находится на противоположном Тадж-Махалу берегу реки Ямуна. Этот мавзолей часто называют «Бэби Тадж» – «Ребенок Таджа» или «Сундук с драгоценностями». Сооружение было построено между 1622 и 1628 годах по распоряжению императрицы Нур-Джахан, жены Шаха Джахангира, в честь своего отца Мирза Гияз-Беке. Ее отец был главным визирем при дворе императора. Интересный факт, что Мумтаз-Махал, любимая жена создателя настоящего большого Тадж-Махала, является племянницей Нур-Джахан.
Как и большой Тадж, Бэби Тадж выполнен из белого мрамора. При украшении мавзолея использовались полудрагоценные камни, как сердолик, лазурит, оникс, яшма, топаз. Из этих камней составлены фигуры, образы деревьев, кипарисов, винных бутылок и более сложные, как вазы с букетами цветов и разрезанные фрукты. Мавзолей также украшает тончайшая резьба, сквозь которую вовнутрь сооружения проникает свет. Само здание мавзолея выглядит небольшим, особенно по сравнению с другими гробницами великих моголов. Оно полностью симметрично, за исключением гробниц отца и матери, которые установлены рядом друг с другом. Вокруг мавзолея расположен красивый сад, который весь пересечен дорожками для пешеходов и водными каналами. А по углам расположены 13-метровые шестигранные башни. Здание гробницы – переходный образец архитектуры великих моголов, то есть постепенный переход от строительства искрандостного песчаника, мавзолей Хумаюна в Дели и мавзолей Акбара в Сикандре, к использованию белого мрамора Тадж-Махал в Агре. В мавзолее Имад-ад-Даулы похоронены многие родственники Нур-Джахана. Гробница Акбара Великого. Акбар был великим моголом и великим правителем, который сделал очень много для своей империи. Поэтому его могила до сих пор привлекает много туристов. Расположенная граница Акбара в пригороде Агры, местечке Сикандре. Строительство усыпальницы Акбара Великого продолжалось с 1605 по 1613 год. Изначально ее строительство начал сам Акбар в качестве мавзолея. Говорят, что он сам ее и спроектировал, так как он увлекался искусством и наукой. Но он не успел завершить строительство. После смерти Акбара гробницу закончил его сын Джахангир. Здание гробницы – это идеальный образец могольской архитектуры. Для ее строительства в основном использовался красный песчаник и немного белый мрамор. В украшениях стен использованы цветочные, геометрические и каллиграфические конструкции и элементы. В середине внутреннего двора находится символическая гробница императора, а его настоящая могила расположена под зданием. Рядом с ним стоят могилы его двух жен. Фатихпур Сикри. Эта достопримечательность территориально не относится к городу Агра. Это отдельный древний город с населением приблизительно 300 тысяч человек, историческая часть которого с 1986 года входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Город был построен по распоряжению могола Акбара Великого в 1569 году, примерно в 35 километрах от Агры, куда он впоследствии перенес столицу. Собственно, город был столицей империи Великих Моголов с 1571 по 1785 года. Фатихпур Сикри был первым городом, который был четко спроектирован, а также первый город, построенный полностью в могольском стиле. Что такое могольский стиль? Это слияние трех различных архитектурных стилей – исламского, персидского и индийского. Интересен тот факт, что спустя 14 лет город полностью опустел и был заброшен. И сам император Акбар переехал в Лахор. Одной из причин послужило, что на границах с Афганистаном начались беспокойства. А существует и другая версия, что причиной послужила невозможность из-за увеличивающегося населения обеспечить город хорошей системой водоснабжения. Вот несколько главных памятников Фатихпур Сикри. Великие или высокие ворота – Буланд-Дарваза, мечеть Джама-Масджид, палац
Панч-Махал, могила Салима Чишти, дом Бирбал. Агра-мегаполис. Агра в настоящее время – это большой промышленный мегаполис, воздух в котором сильно загрязнен. Трудно найти туристов, которые бы отозвались о самом городе хорошими и приятными словами. Во многом Агра – это место, которое отражает не самые лучшие стороны Индии. Здесь сильно развита коррупция. Многие пренебрегают потребностями элементарного уровня, что соответствующим образом повлияло на инфраструктуру города. Вдоль дорог расположены открытые канализационные канавы, по которым течет грязная черная вода. Постоянные отключения электричества, невероятная загазованность воздуха и мусор на улице, который уже никого не удивляет. К туристам на улице возле большинства достопримечательностей, мечетей и дворцов постоянно пристают попрошайки, торговцы и водители такси и рикши. Вдобавок, количество туристов у основных достопримечательностей и высокая стоимость на их посещение тоже немного шокирует. Но, несмотря на это все, красота и великолепие достопримечательностей Агры стоят того, чтобы приехать в этот город. А золотой треугольник Индии без Агры и без ее жемчужины Тадж-Махала был бы не так интересен. При этом одного дня для осмотра всех достопримечательностей Агры просто недостаточно. Этому городу надо уделить хотя бы дня два, чтобы увидеть Тадж-Махал во всей его красе и палитре цвета. Мавзолей на восходе и закате меняет цвет. А также побродить по Красному форту и съездить в Фатехпур-Сикри. Итак, мы с вами рассмотрели второй город на пути золотого треугольника – Агра. Мы немного узнали о его истории и достопримечательностях, и о том, когда лучше посещать этот город. И сегодняшней лекцией мы закрыли тему самого посещаемого туристического маршрута Индии – золотой треугольник. Совершив поездку по золотому треугольнику, мы получим полное представление о культуре и истории Индии. Можно увидеть ее разнообразие и познать ее душу.